Так, ну что, приступаем. Я покрошила лук-порей колечками, половинку лимона, помыла осетра. Он небольшой, но, в принципе, сейчас буду его фаршировать луком. Лимончик положу сверху. Сейчас все увидите. Ну вот, смотрите. Тушка у нас нафарширована луком-пореем, лимончиком и тимьяном. Веточки тимьяна. Сейчас я посолю, поперчу, и можно перекладывать уже в противень с пергаментом. Теперь я переложила рыбку вверх спинкой на пергамент в противень, который я буду ставить в духовку на 180 градусов на час. Нам сейчас обязательно нужно приготовить вот такую вот заправку, соус, я не знаю, как это назвать, но это то, чем я буду обмазывать сейчас рыбку кистью. Значит, что здесь есть? Это порубленная петрушка, перец, соль, приправа для рыбы и оливковое масло. Сейчас я обмажу рыбку, потом в духовку, потом за 5 минут до приготовления еще раз нужно будет достать и обмазать, и еще раз на 5 минут поставить. Ну, смотрите, как это происходит. Это происходит вот так. Смачненько смазываем рыбку. Стараемся захватить зелень. Промазываем как следует. И отправим сейчас в духовку. Я обмотала хвостик, нос и плавники. А сейчас отправляю в духовку. Можно положить еще картошечку, но, честно говоря, я не хочу. Хочу просто сделать рыбку и все. Рыбка отправляется в духовку. Так, все готово. Ровно час прошел. Будем пробовать. Расскажу вам. Отключаю духовку.